Это очень странные следы. Они в беспорядке. Что происходит? Я не знаю. Соединись с громом. Нам нужно подкрепление. В главной роли Терри Халк Хоган. В фильме снимались Крис Лемон, Кэрол Альт, Эшли Горл, и Патрик Макни. По произведению Майкла Берка и Дугласа Шварца. Композиторы Кори Лериос и Джон Д'Андреа. Продюсеры Пол Каджеро, Джеймс Пергола, Дэвид Хаггар. Автор сценария Том Грин. Режиссер Газ Триконис. Нашла его.
Дорога на Лики-Лики, дорога моей мечты. А теперь давай ты. Нет, я не знаю слов. Это легко, попробуй. Дорога на Лики-Лики, дорога моей мечты. Я запрещаю тебе учить мою дочь этой песни. Но, папа, мне она нравится. Ей нравится. Твое исполнение может разбудить динозавра. Спасибо, Спенс. Полное отсутствие культуры. У меня на родине это называется порыв ветра. Порыв ветра? Очень сильное средство. Отгоняет всех демонов. Отгоняет всех демонов. Очень полезная вещь. Брю, ты просил напомнить, что у тебя сегодня встреча. Какая встреча? С садовником. С садовником? Садовником? Он дедушка моего одноклассника. Брю все о нем знает. Ты обязательно должен к нему зайти. Он выращивает удивительные гибриды. Перестань. Для нас большая честь видеть отца и дядю Джессики. Она мне про вас говорила. Спасибо. Она о тебе тоже нам рассказывала. Ты только глянись вокруг, это удивительно. Джесс, подойди сюда. Видишь, это филинопотисы обычные. А это определенно прекрасные дандробии. А это, я не знаю, что это такое. Простите, что не поприветствовал вас. Я занимался опылением, и на мне была очень неудобная маска. Прошу вас, чувствуйте себя как дома. Располагайтесь. В чем дело, Брю? А нет, ничего. Здесь немного жарко, спасибо. Холли, почему бы тебе не показать Джессике дом? Иди же. Да, дедушка. Спасибо, я чай не пью. Пытаюсь снизить уровень кофеина. Вы говорите по-вьетнамски? Немного. Быть может, вы пьете вина? Мне нравятся хорошие вина. Однако моя дочь говорит, что мне пить нельзя. Не можешь пить вина? В чем дело, Синатра? Извините. Тебе нужно на свежий воздух. Здесь очень душно. Нет, нет, со мной все в порядке. Позвольте, я сяду. Прошу вас, не уходите. Я специально отослал Джессику и Холли. Я не хотел, чтобы дети услышали то, что я собираюсь сказать. Много лет назад я обнаружил колонию орхидеи. Неизвестный вид. Я его зарисовал. С тех пор моя дочь Лакта исследовала один остров за другим в поисках этих орхидей. Но все безрезультатно. В конце концов, она отправилась на остров Бауман-Бэй. Бауман — это остров, это военный объект. Секретная зона номер 5. Я знаю. Но охотник за орхидеями отдаст все, чтобы получить любимый цветок. Моей дочери нет уже 2 дня. И если я обращусь к властям... Я понимаю. Вы хотите, чтобы мы ее нашли? Вы профессионалы. Я вам хорошо заплачу. Для друзей моей дочери мы все делаем бесплатно. Мой внук сказал, что вы люди слова. В наши дни очень трудно найти честных людей. Спасибо вам. Спасибо. 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 Не пьешь вина. Звучит знакомо. Дай И. Помнишь меня? Брю, успокойся. Успокойся. Брю, что ты делаешь? Дай И. Дай И. Ты убил моего брата.
Привет, дорогой. Ничто так быстро не заглушает боль, как специальный коктейль Брю. Я приготовила так, как тебе нравится. Дядя Брю, ты уезжаешь, да? Почему ты так решила? Потому что вы с папой вели себя так, как будто ненавидите друг друга. Нет, это нет. Брю, ты едешь или нет? Когда ты понял, что Нгуен — это Дай-И? Война окончена, Брю. Для тебя, может быть. Для всех. Я не знал, что это он, пока не увидел, как ты смотришь на него. Я не видел этого взгляда с тех самых пор. Мы получили видеосигнал. Гром, это Такери. Вы нарушили директиву номер 375. Остров К5, секретная зона. Повторяю, секретная зона. Что конкретно мы нарушили, командир? Эта информация находится под грифом «секретно». Я приказываю вам немедленно покинуть этот район. Срочно возвращайтесь на базу. Послушайте, командир. Да, сэр. Простите, если мы доставили вам неприятности. Зачем ты это сказал? Надеюсь, пограничники отстанут от нас. Курс на остров. Включи антирадар. Включен режим антирадара. Все в порядке? Да. Послушай, Спенс. Я не хотел тебя обидеть. Все нормально. Гром, мне нужно определить местонахождение девушки, желательно побыстрее. Начинаю процесс поиска. Все будет быстрее, если ты нажмешь кнопку оптимизации. Спасибо. Подозрительная структура ДНК. Биоформа спирального цикла. 357 циклов. Странно. Это генетическая структура планктона. Гром, мне необходимо знать, есть ли на острове люди. Зафиксирован человек. Координаты Альфа-7-3-2-2. Продолжаю операцию поиска. Мы обнаружили девушку. Вперед. По данным Грома, девушка находится в центре острова. Нам придется проделать большой путь. Брю, что случилось? Какой бес в тебя вселился? Там никого нет.
Если ты хочешь о чем-то спросить, спрашивай. Лучше тебе знать всю правду. Конечно. Сейчас самое подходящее время. Мы никогда не говорили о лагере для военнопленных. Я не хочу об этом говорить. Что это? Возможно, след от какого-нибудь механизма. Экспериментального образца. Нет, это след живого существа. Что здесь происходит? Почему этот остров секретная зона? Пошли, но надо быть осторожнее. Сыграем в игру, Синатра. Сыграем в игру, Синатра. Отгадай загадку. Я помогу тебе. Но если ты будешь сопротивляться... У него нет ни рук, ни глаз, ни ушей, ни хвоста. Вставай, Синатра. Есть язык, но нет рта. Он может есть мясо, но не может пить вина. Уберите его. Через час у нас новый урок. Брю, левый фланг. Стой. Кого мы стреляем? Не знаю. Все это странно. Спенс, проверь там. Это молния? Нет. Молния бьет сверху, а дерево расщеплено снизу. Что бы это ни было, это страшная сила. Смотри. Она где-то здесь. Прикрой меня. Спенс, ты в порядке? Спенс. Спенс. Очнись. Очнись. Проклятие. Что это было? Не знаю, я ничего не видел. Я понял, что мы с тобой ищем девушку. Еще мне кажется, я что-то видел.
Пошли. Куда? Непроверенным остался только сектор за холмом. Нам придется передвигаться перебежками. Здесь открытая местность. Ты готов? Перестань, Спенс. Ты считаешь, что у меня какие-то психологические проблемы? Это не так. Конечно, встреча с Дай И вызвала у меня неприятные воспоминания, но я в порядке. Спенс, перестань. Мне не нужна твоя жалость. Твоя безопасность превыше всего. Пошли. Нож. Что? Что? Ответ на загадку. Есть язык, но нет рта. Это детский вьетнамский стишок. По-вьетнамски язык и клинок звучат одинаково. Я знаю тебя. Ты Спенсер. Сейчас не время для братания. Я думал, ты простой салага из Коронадо. Я, кстати, и сейчас так думаю. Но когда я услышал о захваченном пехотинце, который пытался отомстить за смерть своего брата, я немедленно рванул сюда. Кстати, я знал твоего брата. Помоги мне выбраться отсюда. Не сейчас. Эта река полностью контролируется вьетнамцами. Что мне делать? Отгадай загадку. Итак, Синатра, отгадай загадку. Есть язык, но нет рта. Он может есть мясо, но не пьет вина. Что это такое? Ответь мне, Синатра. Громче. Нож. Сзади. Она жива. Свяжись с Громом, нам нужна помощь. Гром, нам необходимо прикрытие.
Срочно подойди к берегу и обеспечь огневую поддержку. Дорога Лики-Лики к заливу Ханама. Синатра, выходи. Научи меня своей песне. Лики-Лики-Лу. Я убью тебя, Дай-И. Ты не можешь убить меня из-за дерева. Давай, Синатра, выходи. Не слушай его. Он хочет тебя разозлить. Спой мне свою песенку. Не надо трусить, Синатра. Ты такой же, как и твой брат. Ну давай, беги отсюда, как крыса с корабля. И умри так же, как он. Я его убью. Я убью тебя, Дай-И. Я убью тебя, как свинью. Я убью тебя. Я убью тебя. Наверху. Убить их. Как она? Свяжись с береговой охраной, надо отвезти ее в больницу. Связь с береговой охраной по каналу 16. Пойду наверх, помогу ему. Говори. Ты не должен молчать, Спенсер. Держись, Спенс, не умирай.
Не умирай. Дорога Лики-Лики к заливу Ханама. Дорога Лики-Лики, дорога моей мечты. Это самая глупая песня, которую я когда-либо слышал. Пой ее, Спенсер. Потому что если ты сейчас заснешь, то никогда больше не проснешься. Пой. Дорога Лики-Лики к заливу Ханама. Дорога Лики-Лики, дорога моей мечты. Вот так, хорошо. Хорошо. Ой, Спенс. У тебя получится, ты будешь жить. Ой, Спенс. Ой, эту песню. Она будет жить. Лакта будет в больнице через час. Ты должен мне все рассказать. Я не собираюсь работать с человеком, у которого каждые 5 минут случаются заскоки. Мне это начинает надоедать. Я стоял перед ним и не смог выстрелить. В кого? В Дай-И. Я убью тебя! Я убью тебя! Дай-И. Он убил моего брата, но я не смог убить его. У меня был отличный шанс, но я им не воспользовался. Я солдат, и я провалился. Я предал себя и своего брата. Ты дрогнул, потому что ты не рожден убивать. Он стоял передо мной, Спенс. Он стоял передо мной, и я не смог выстрелить. Почему? Почему ты не вышиб ему мозги? Не знаю. Не знаю. Наверное, потому что я вдруг понял, что у него тоже есть сердце. Это не так уж и плохо. Иногда человек вынужден стать солдатом. Но бывает и так, что солдату приходится быть человеком. Это естественно. Внимание! Зафиксировано появление неизвестного объекта. Что это было? Выброс неизвестного электрического разряда. Что значит неизвестного? У него же должен быть какой-то источник. У меня нет такой информации. Надо сбросить это чудовище с лодки. Перейди на гиперскорость. По моей команде. 3, 2, 1. Пошли. Ну как, он отстал? Он не только не отстал, но еще крепче присосался к обшивке грома. Переключены режимы тронирования. Пульсовый генератор готов. Сейчас мы тебя поджарим. Он все еще там? Что, в конце концов, это такое? Не знаю, но в любом случае это будет сенсацией. Переключенный режим лазера. Быстрей! Лазер готов. Генератор сдох. Попробуй завести его снова. Гром не выдержит еще одного удара. Уже работает. Инородное тело за бортом. Что это значит? Оно отпустило нас. Блок номер один. Оно движется к нам.
Уже почти готово. Оно пытается расплавить дверь, но это невозможно. Как видишь, возможно. Негативная реакция на неизвестный фактор. Конкретно, негативная реакция на частоту звуковых волн. Фактор 6, 3, 4. Это гитара. Она не выносит звука гавайской гитары. Я же говорил тебе, что этот звук может снять кожу с динозавра. Играй громче. Играй громче. Давай. Сработало. Инородное тело оставило судно. Оно в воде. Приготовь гипербласт. Что ты хочешь сделать? Поставь двигатель на 7500 градусов. Мы его поджарим. Ну давай. Только не уходи. Линия готова. Давай. Компьютер, что происходит за бортом? Неизвестная молекулярная структура уничтожена. Никаких признаков жизни. Есть. Есть. Проклятие, что это было? Наше секретное подразделение создать подобное не способно. Наоборот, у этого чудовища искусственное происхождение. Военные об этом знали. И поэтому пытались не пустить нас на остров. В любом случае, это секретная зона. Это только прикрытие. Теперь их секрет раскрыт, и мы добились этого вместе. Спенс, я знаю. Я доставил тебе много неприятных минут. Спасибо, что остался со мной. Мне кажется, звук гитары сделал тебя тугим на ухо. Я же сказал тебе, мы добились этого вместе. Мы партнеры. Погнали скорее от этого проклятого места. Вперед. У кромки моря, куда ведет дорога, лики-лики. Дорога лики-лики к заливу Ханама. Дорога лики-лики, дорога моей мечты. Внимание. Дорога лики-лики к заливу Ханама. Дорога лики-лики, дорога моей мечты. Мой отец решил подарить вам это. Это гибрид орхидеи, которую выращивал дядя Нгуен. Она называется Libellium paulinus. Что это значит? Это значит пол. Кто такой пол? Мой брат. На русский язык фильм озвучен фирмой «Дважды два телемаркет» при техническом содействии студии АВК. Права на распространение сериала на территории СНГ и стран Прибалтики принадлежат фирме «Дважды два телемаркет».